Ничто так не приносит в дом радость, как вещь, созданная своими руками. Вариантов и способов изготовления различных приспособлений – миллионы. И сегодня мы рассмотрим несколько из них. Например, можно самостоятельно научиться делать такую эффектную упаковку для подарков. Сначала берем коробочку с презентом, обворачиваем, складывая по бокам. Затем перевязываем красивой плотной ниткой или веревкой. И переходим к формированию декора из цветков. Чтобы их сделать, потребуется вырезанный круг. Его прорезаем воронкой в таком формате. И далее получившуюся заготовку скручиваем в цветок. В нашем случае их будет три. В финале декорируем вырезанными листочками, и все готово. Оформить красивыми цветами можно и фотографию. Для этого потребуется простая рамка и газета. Из нее сначала делаем плотную полосу, а затем наподобие ролла закручиваем в такую розу. Требуется несколько штук. Их приклеиваем по краям нашего аксессуара. Далее, используя аэрозольную краску, опрыскиваем цветки и рамку. Даем время высохнуть, и на выходе получаем такое эффектное произведение. Хотите создавать живописные полотна, даже если никогда не держали в руках кисточку? Проще некуда. Для этого достаточно освоить технику рисования бутонами. Понадобится бумага, краски и разные живые цветы. Можно и листочки растений. Их обмакиваем в разные цвета и формируем картину. Также можете самостоятельно сделать органайзер для хранения кистей и ватных палочек. Вам понадобятся трубочки с гофрированными частями. Их отрезаем и приклеиваем к стакану. В таких гармошках удобно хранить косметические принадлежности, а внутри емкости – кисти. С помощью веревки и воздушного шарика можно сделать красивый абажур. Для этого наливаем клей ПВА в специально подготовленную емкость. Далее постепенно обмакиваем в него пряжу. Затем надеваем перчатки и начинаем обволакивать клейким канатом ваш надутый шар. Когда изделие подсохнет, его протыкаем и достаем. В итоге получаем такую эффектную вещь для дома. Это все рекомендации и секреты на сегодня. Удачи в домашних делах!